После многолетнего перерыва Ульяновск принял чемпионат Поволжья по тэквондо. Более 80 спортсменов из нескольких регионов собрались в областной спортивной школе, чтобы разыграть путевки на чемпионат России. Сборная хозяев выступила на Додянге практически сильнейшим составом. Правда, в тренерском штабе команды на россыпь наград не надеялись. В коллективе сейчас смена поколений, и его костяк составляют молодые спортсмены от 18 лет до 21 года. Моя позиция как бы такая, что человек, который хочет чего-то достичь, он достигнет. Если он не хочет, его не заставишь. А работать есть над чем. Ребята хорошие. Дарья Васина, Алена Горшкова, Илья Козлов, Салават Шихатаров. Вчерашние юниоры, они уже бьются за награды соревнований среди взрослых. 23-летний Фаиль Зардинов среди них считается чуть ли не ветераном. Но и у него амбиции выше крыши. Серебряные медали молодежного первенства Европы и чемпионата Европы среди студентов его не устраивают. В планах Зардинова медали самых крупных турниров по тэквондо. Все равно я хочу покорить и чемпионат мира, и чемпионат Европы. В идеале, конечно, попасть на Олимпиаду. Это, конечно, поставил я перед собой такую цель. Пока же сборная Ульяновской области бьется за путевки на чемпионат России. И путь туда лежит в том числе и через домашний чемпионат Поволжья. 11 ульяновцев стартовали в нем. Но на высшую ступень пьедестала почета попали только двое – Фаиль Зардинов и Салават Шихатаров. Вчерашние юниоры Васина и Козлов в упорной борьбе уступили в полуфиналах. А победу в неофициальном командном зачете завоевали гости из Татарстана. Михаил Саршанский, новости Ульяновской правды.